сили розпочинати свій день варто з усмішки. А чим це корисно і чи варто сьогодні сміятися і скільки то варто робити, ми сьогодні дізнаємося у Андрія Більовіна, психолог, тілесно-орієнтований терапевт. Доброго ранку. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Сьогодні поговоримо о сміхі. Українці ми такі, ми любимо посміятися із себе, із інших, з будь-чого. Скажіть, наскільки це важливо? Ну, сразу хочется сказать, что такое есть смех. Смех – это врожденная реакция, которая – это способность мы получаем при рождении. Значит, то, что? Что это нормально. Позже, в процессе развития, мы учимся шутить, иронизировать над собой. Это показатель не только психического здоровья, но и наличия интеллекта. Глупый человек над собой смеяться не будет. Так что самая ирония – как вы говорите, украинцы любят над собой пошутить, это показатель и интеллекта, и психического здоровья. Скільки ж варто сміятися, посміхатися на добу? Є такі дослідження якісь? Ну, сразу скажу, конечно, это у всех индивидуально. Тут важен не сам смех, а переключение, эмоциональный фон, настрой на положительное. Во время смеха у нас вырабатываются такие гормоны, эндорфины. Гормоны счастья, слышали, наверное. Они предотвращают развитие различных заболеваний, улучшают эмоциональный фон. Сколько именно смеяться? И в Америке в 70-е годы появилась даже такая наука – гелотология. Она изучает досконально смех. Именно вот эта наука смеха. Ну, ученые утверждают, что 20 минут смеха в день продлевают жизнь на год. Есть такое из исследований. Ага. А ви от кажете, запобігають певним проблемам зі здоров'ям, певним захворюванням? Сміх. Ну, лічитися можна сміхом, це правда? Да, безусловно. І во многих странах сміхотерапія як дуже ефективне средство лечения. В Японії лечить туберкульоз і сахарний діабет, в Америці – наркоманію і рак. Отмечено таке, що во время сміху метастазы раковые или замедляют свой ход, или останавливаются вообще. Ну, не нужно, конечно, это воспринимать буквально. Посмеялся, рак прошел. Конечно, это все идет в комплексе с основной терапией. Но продолжительная стимуляция на смех вот дает такие результаты. Почуття гумору все ж таки продовжує наше життя і дозволяє нам жити у будь-яких проблемах, боротися з усім і завжди. От якщо є позитивний вплив від сміху, напевно ж таки, якщо провести паралель, то є якийсь негативний вплив від депресії зворотного стану сміху? Да, сміх дуже ефективно бореться іменно з депресією. Ага, тобто, якщо ви відчуваєте якусь хандру, знаєте, весною так інколи там, о Боже, нічого не хочеться, або навпаки, от восени буває часто цей стан, то варто якийсь КВН, там, лігу сміху, зустрітися з ліпшим даже другом, який буде посміху. Терапію, ліга сміху, прямо все вже, що ще? Ну так, да, якщо говорити об індустрії юмора, та ж ліга сміху, мама хохотала, там 95-й квартал, Comedy Club, це одні з самих успішних зараз в юморі, в індустрії юмора. Чому? Потому что это бывшие КВНщики. КВНщики кто? Студенты высших вузов. Тут комбинация происходит, о чем мы говорили, интеллекта и юмора. И, как правило, почему они так успешны? Они высмеивают, в принципе, нашу повседневную жизнь. То есть смеемся над собой. Самая ирония. Она, естественно, успешна. Поэтому эти передачи очень популярны, многомиллионная аудитория. Да, вот, например, хорошо. Были ли у вас такие клиенты, которые к вам приходили, а вы лечили их смехотерапией? Не знаю, какой-то такой вот. Ну, я смехотерапию как бы, ну, не использую в чистом виде, но из своей практики могу сказать такое, что если клиент в процессе работы начинает улыбаться, шутить над своей там проблемой, ситуацией, это однозначно, что работа идет продуктивно. И она и двигается в нужном направлении. То есть меняется эмоциональный фон. Это очень важно. То есть выход из стресса и помощь в этом плане смеха именно в переключении эмоционального фона. Да, стресс, мы напряжены. То есть органы не получают достаточно кислорода, питательных веществ, спазм сосудов. Что есть напряжение? Спазм сосудов. Соответственно, от этого страдают. Смех расслабляет. В процессе смеха участвует более 80 групп мышц. Есть такое. Да, то есть если смотреть со стороны телесно-ориентированной терапии, пробежимся по этим зонам, да, живот, зона страха, диафрагма, зона чувств. И вот это все у нас участвует
и так далее, и тому подобное. Косметологи такую вещь отметили, что во время смеха расслабляются мышцы лица и морщины. Расслабляются? Серьезно? А кажется же, є зморшки саме від посмішки. Залишаються ж? Нет, наоборот. Серьезно? Да, это вот косметологи так утверждают, что именно во время смеха разглаживание идет. Ось він, еліксир молодості. Це насправді сміх. Ну, это да. Ну, смех, конечно, не панацея от всех болезней там и так далее. Все это должно быть в меру, збалансированное и в комплексе. Давайте скажемо, де вас знайти, як з вами можна поспілкуватися. Я думаю, тому що немногие знають. У будь-які проблеми, що стосуються психологічного здоров'я, стресу і так далі. Я думаю, що можна задавати вам питання, де вас можна знайти? Ну, во-первых, в соцсетях страничка ВКонтакте, вона в відкритому доступі. Обратная связь также, да, Андрей Пелевин. Ну и Центр психологического развития «Альта», ваши хорошо знакомые. То есть я работаю там, принимаю частные консультирования. Пожалуйста, приходите, пишите, отвечу всегда с удовольствием. Ну, насправді від Андрія така тепла, приємна енергетика, що поруч з ним хочеться посміхатися. І я думаю, в усіх ваших консультаціях є частинка цієї сміхотерапії, посмішкотерапії. Да. Дякую вам. Огромное. Мы спасибо, сказали, что пригласили. Та я думаю, это не последний раз, потому что у нас очень часто возникают такие вот вопросы психологического характера. Я думаю, что вы... Ну, темы очень интересные, актуальные, они про нашу жизнь, поэтому они интересны. Да, 100%. Спасибо вам огромное, и мы вернемся после небольшой рекламы.